Всем привет! Продолжаем проходить King's Bounty. В прошлой серии мы тут все чистили, и сейчас мы это продолжим делать. Допустим, слабый противник. Так, ну тут я действительно вижу, что они слабые. Есть такое. Так, у дракончика скорость 3. Я бы хотел просто лучников. Ну ладно, давайте вот так сделаем. Так даже прикольнее будет. 600. Это ветка 500. Нормально. Так, я думаю, сюда мы закинем святую воду. Сразу. Прямой стрелой. Это ваншот был бы, если бы прошла максималка. Можно, в принципе, добить, я думаю. Чтобы они уже не смущали меня. Половинку неплохо. Ждем. Ладно, обороняемся. Рыбка поползла. Но, как показывает практика, рыбку мы можем вот так вот сделать с ней. Усыпится она. Да, отлично. Рыбы очень любят спать. Так, ну по идее не долетает. Тут препятствий много, да. Я бы на самом деле еще баночку закинул. Тут прям хорошо все стоят. Ловить. Эти покойники уже. Даже вот так я сделаю. Когда постараюсь к ним не подходить. Ха, не дали походить, понимаю. Блин, а вот сейчас облако может мне навредить. Да ты, блин, плывешь. Вроде нормально пока. Так, рыбка походила, поэтому ставим ее в покое пока что. Так, а если огнем? 32-63, не. Уж кислотой прям в рот. Ну и все, получается, без потери. Слово совсем. Две тысячи золота. Вот таких боев надо побольше. Тут у нас еще пираты лазили. Равный по силе. Давай посмотрим, кому ты там равный, насколько. Вижу много юнитов, да, есть такое дело. Атакуй-ка своих. 1300, вот это нормально. Это плохо. Меня это не устраивает. Так, здесь, возможно, будут потери. Вполне себе реальные. Так, ну лучник хотя бы не сглупил. Хорошо. Неплохую вещь сделал. Облако яда не хочу. Давайте попробуем усыпить. У нас-то получается замечательно. Так вот, что с пиратами делать? И тут еще много, и там много. Так, ты у нас ходишь две клетки, да? А кислотой получится облить? Да. То есть три клетки, получается, дальность стрельбы. Ладно. Даже ты так бежишь, а, скотина?
Так, скорость 2. Надо пиратов. Без вариантов. Так, ладно. Допустим. Не самый худший вариант. Да стой! Не ходите. Блин, сливается вот этот красный цвет. Нанесение урона с песком, блин. Вроде всех задел. Кого не надо. Так, скорость 2. Они не доходят. Ну и рыбки тоже не доходят. Надо пиратов пробовать. Усыпил, отлично. Супер. Значит, можно отойти. И прыснуть вот сюда. Блин, больно, скотина. Ладно, воскрешаем. Так, ускорение. Ускорить лучников. Можно, наверное, свитком это даже сделать. Но мне не осталось свитков. Кого подстрелить? Вот этого, наверное. Он мечник добьет. И тем самым он заскиллится. Блин, эти сейчас дойдут. Ладно, давай вот так. Поменьше хочется потерь. Так, ну рыбка не достает. Или достает. Вот зараза, а. Ладно. 6 мечников. Не смертельно. Спи. Вот зараза, а. Блин, не повезло. Аж надо так. Две клетки. Ну, в принципе, я просто сейчас уйду из-под его удара, и все, он ничего не сделает. Без проблем. Немножко мечников придется докупать. Так, этих мы убираем. Добиваем. Очень инициативная рыба. 39,50. Так намного лучше. Инквизиторы кританули, прям психанули. 7 мечников потерял. Это не страшно, пожалуй. Так, кого мы еще здесь можем побить? Потому что я оставлю здесь всякого рода боссов немного слабее. Ну это стрелки, ну давайте, ладно. Тележку свою катит на меня. Так, 150. 150 это не страшно. Пороховую бочку я бы оставил. На всякий случай. Два сундука, блин. Прям показывают большим ракурсом их. Забрать-то хочется. Блин. Так, нет штрафа в рукопашной, да? Давай на пиратов. Пойди. 300. 700 в ответ. Пойдет. А, и мы, получается, на троих закидываем банку. Успешно.
Неплохо так. Так, два пушкаря можно убить. В принципе, я бы гоблинов продолжал атаковать. Вот сейчас было бы неплохо бочку взорвать, еще гиенам урон нанести. Что ты будешь делать, инквизиторов, да? Не нравятся коллеги по цеху. Более успешные. В баронке опять эту тачку свою катит. Инквизитора, блин. Ладно, минус инквизитор. Могу ли я усыпить пиратов? Их многовато здесь. В теории да, на практике не особо. Значит, будем убивать. 11 этих я оставлю, наверное, буду сундуки открывать. Так, а кто у нас погиб? 4 этих, один этот, да? Вот они сейчас там перезарядятся уже. Ждет. Чего ждет? Непонятно. Гоблинцы, живите. Этих надо еще добить. Мучаются бедные. 1500, нифига ты. Красавчик. Блин, да куда вы так ломитесь-то? Оно вам надо? Фиг, прокусываем. Сейчас кто выживет, того и буду сейвить. Гоблины выживут, интересно. Наверное, нет. Да. Ага, значит, монахов оставляем. Забираем сундуки. Мишень. О, идеально. 3 осталось. Супер. Блин. Что так много-то, зараза? Мы их воскресим. Так, давай-ка гарантированно. Без вот этого вот рандома. Вперед. Так, самовоскрешение. Такой хороший подбор целей. Так, забираем последний сундук. Заканчиваем бой. Не, в принципе, у меня неплохая команда собралась тут. Потери маленькие. Можно без проблем любого врага выносить. Почти. Даже этого сильно, но у него, блин, драконы. И те же самые злобоглазы. Это как бы не очень приятно. Так, пиратов пока не трогаем, орков не трогаем. Значит, отправляемся на Восточные острова. Какие у нас еще варианты? Больше вариантов нет. А, ну вот еще есть тернии. Ладно, давайте попробуем. Я не уверен, что они вообще нужны мне. Гипноз. Только медведи поддаются. Ну давай. На рыбёх. 200. В ответ 1200 минус стек. Давай яд, наверное. Ну, блин, тут растения. Не, их надо огнем. Этих вот терний. Дали урон 440-880. Огню очень уязвимы. Ну и понятно. Терний мало, как бы, а вот королевских многовато.
Давайте-ка стрелы дракона зарядим. Почему бы и нет? Троих, здесь 3-4. Давай сюда. Чтобы тоже не расслаблялись. Эти и так горят. Так. Кого? Инквизиторов, конечно, я же их подставил. Ты ж, блин. Ретанула, зараза. О, ну началось. Блин, 300 воинов. Нет, ну что ты делаешь? Ну долбаная ты рыба, блин. Зараза, ну придется ее теперь во сне держать, пытаться. Зараза, не люблю, когда они так делают. Ждут, блин, а потом... Типа умные. Спи. Фух, сработало. Хорошо. Так, в принципе, наверное, закину, хотя идея-то... Какая себе травить терни, блин. О, неплохо. Кританул так кританул. А, это медведи. Это же тело медведей было, точно. Я думаю, в смысле они воскрешаются. Я подумал, там какие-то доски лежат. Это тело медведя. Уж забыл про него. Так, на косарь. Тут мы не вмешиваемся. Блин, мало урона от огня, от яда. Но в последующих частях это исправили. Там урон от огня, дай бог. Спи, 1100 даже крит. Во! Красота. Ну, так как... Мы никуда никого не достаем, будем их поливать потихоньку. Но они тут плодиться сейчас безбожно будут, терни. Надо их убивать срочно. Так, давай еще стрелы дракона. Мало стрел дракона. Хорошо залетает. Замечательно. Но они-то вам что сделали, а? Они вообще по рыбкам стреляют. Так, у меня был 51 инквизитор. Ждем косяк. Так, усыпил, отлично. У этих скорость 3. То есть, если я подойду, я подставлюсь. Угу. Но может получиться очень плохая мысль, если я не подставлюсь. Она подойдет в упор к злобоглазу, я не смогу вот этих вот усыпить. Тогда мне задница. Короче, надо жечь. Кислотой. Так, давайте потихоньку. Блин, ну это будет минус алхимик. По-любому же ударит. И надо вообще-то косяком бить. Не хватает уже, ну да. Зараза. Так, нет, подожди. Рыбок не задеваю, да и черт с ними. Пускай живут. Так, с этим разобрались. Добиваем королевских. Сюда мы не вмешиваемся, это плохо закончится. Какие умницы, а, злобоглазые. Вот это я понимаю, воины. Так, добивай. Чтобы они тут больше не творили всякое. Этих, я думаю, вот таким образом. О,
нормально. Хватит уже инквизиторов мучить. Держи в ответ. Тоже плевок. Не такой мощный, конечно, но... Своих не задень только. Так, 3-1-0-1. Ну, запасные алхимики у меня есть, поэтому... У них еще инициативы очень мало в этих тернии. Они прям очень... О, яд добил, отлично. Ага. Потери замечательные очень. Соберу просто бах. Плюс один алхимик и все. Приноровился немножко... Блин, злобоглазы, они реально очень крутые. Они предоставляют такой контроль хороший. Так, есть тут еще кто-то? Нет. Ладно, поплыли на восточные острова. Или какие они там? Там у нас и задание есть. Я думаю, надо еще замок будет один пробить. Так, по-моему, кто-то у нас тут бегает. А, пушкари немного слабее, да? Ну, у тебя тут руна. Поэтому давай, там еще снайперы. Стрелки. Ой, блин. Не надо. Вот же ты гадина, а. Так, я даже не знаю. Наверное, будет эффективнее все равно так поступить. 250. 1200, да. Нормально так. Так, держи святую воду. Это плохо. Я вижу, что он пытается сделать. Уродец. Так, замедлять. Да, наверное, стрелы дракона. 8-11. Убиваем почти всех пушкарей сразу. Этот пусть шьет. Недолго ему шить осталось тут. Так, скорость 2, скорость 2. По-моему, они оба подрубали свое вот это ускорение, да? Попробую усыпить. Не сработало. Это плохо. Блин, реально плохо. То есть сейчас придется прям драться. Чтобы не мешались. Адский косяк. Нет, вы знаете, я попробую другой вариант, поинтереснее. Сейчас покажу, что у меня на уме. Хочешь сундук забрать? Подходим вот сюда. Кидаю броню глота на мечников. По идее, сейчас не должен ни одного мечника потерять. Семьсот тридцать. По мечникам 0. Отлично. Все сработало, как я и хотел. Правда, проблемы это особо не решает. Блин, вот если ты сейчас не усыпишь, будет очень плохо. Зараза. 10-25, 10-20. Лучше кислотой облить, короче, на. О, нет.
Блин, как я так... Зараза. 10. Так, ну они оба свои троечки сдали. Блин, сундук забрал. Хотя он не облегчил, наверное, ситуацию. Все-таки. В этом плане. Да почему вы так критуете-то, а? Что с вами не так? Продолжают мне убивать инквизиторов. Ну, сниты уже. Блин, ну хотя бы под алхимиков идеально встали. Ой, хорошо, красавчик. Залил вообще кислоту. Просто как боженька, молодец. Так, у нас есть мана, у нас есть ярость, да, тут 18 мечников. Что-то как-то жестко. О, что-то маловато их всех. Ну, то есть стаков много, толку с этого. Как бы вас всех так задеть, а? Давайте вот так пойдет. Я просто хочу, чтобы оба лучника пострадали. Так, пираты 3-5, 3-4, да? Наверное, будет лучше, если пираты нападут на лучников. Мне кажется, так будет поинтереснее. Еще и свой ход потратить. Конечно, да, нельзя сказать, что это прям суперэффективный ход. Что есть, то есть. Блин, вы меня что-то раздражаете. Может, вас поубивать? Надо гиенище. Куда ты бежишь, блин? Ждет. Это плохо. Это плохо. Она сейчас может добежать. Ладно, надо замедлять. И не добежит. Так, вот этих мы стопаем. Давай, ты же умеешь усыплять их. Отлично. Чем меньше уровень противника, тем выше вероятность. А, я понял почему. Ну, я так и думал. Были у меня подозрения. Случайности не случайны, что, блин, первый уровень всегда слепится. Усыпляется, вернее. Вы там умрете уже, нет? Ну, сейчас косяк залетит, я думаю, добьем этих эльфов. Противных. Через ход. Ну ты же не добегаешь. Конечно. Да тебе. Так, эти очнулись, поняли, что совершили ошибку. Так, надо вот этих убирать. Бей всех, пожалуйста. Отлично. Если бы не добил, было бы плохо. Здесь можно, в принципе, вот так, в наглую. Я думаю, почему бы и нет. Давайте вот так сделаем. На косарь. Хорош. Хорош. Ну тут только рыбок остается. Чтобы своим не навредить.
Хорошо, что лучников не стал бить. Мечников-то ладно. Мы их еще докупим. Держина косарик. 121-161. Лучше пиратов добить. Спокойно. Рыбкам хана и так. Четверых. Давай. Скресим, ладно. Ну, три лучника. Так вот мне интересно, что в сундуке было. Наверное, золото. Так, стоп. Тебя не заметил. Немного сильнее. Там сундук. Этому надо бить. Мне отряд волков не нравится. Мне сейчас надо будет их вырубить сразу. Стараться 242. А, нельзя, да? Можно вот так сделать, попробовать. О, нормально. Нормально, меня устраивает такой вариант. Держи-ка бутылек. Их лучники будут первее ходить, да, я угадал. Это, кстати, третьего уровня существа, блин, эти морские волки. Поэтому они, блин, так херово усыпляются. Удивительно. Интересно, а пятый уровень вообще можно усыпить? Реально ли это, в принципе? Так, этих замедляем, засранцев. Ты обороняешься. Сколько у него? Один сейчас? Не страшно. Сработало. Ну держи тогда. Хотя бы бутыль, не знаю. Ретанул, хорош. Но алхимики как бы живут. Хотя не особо, да? Давай вот так. Устраивает, в принципе. Одного пирата не заденем, не страшно. У тебя же две клетки, да. Ты сможешь ты достать. Так, ну этот еще нормально. Держи. Он уже походил, правильно? То есть он сейчас безобиден, образно говоря. Что ты делаешь? Кретин. Просто кретин. Ну что вы делаете, боже. Идиоты. Ну усыпи ты его, пожалуйста, ну. Не. Говорит, я только рыбок буду. Первого уровня. Усыплять. Блин, большие потери получаются. На 1000. На. Еще при том, что мне вот это вот все бить. Надо хотя бы от волков избавиться.
Ждет, ах ты скотина. Вот и нет. Переиграл и уничтожил. Ай, так. Доиграем без звука, сейчас я уже выиграю. И перезапущу игру. Три шестерки. О, сработало, надо же. Блин, так странно без звука. Ха. Ладно, здесь лучников, я думаю. У меня просто, блин, от одной сети, можно сказать, работает холодильник и вот это вот все подключено. И как бы, когда компрессор включается из-за скачка, блин, получается вот такая вот фигня. Давай лучников воскресим. Надо было выключить его. Перед записью я забыл это сделать. Ай. 37 осталось, ладно. Да хватит стрелять, вы уже бесите. Сколько тонн стрел в вас надо выпустить, блин, чтобы угомонились. Так, забираем сундук. Очень важно. Конечно же, он не будет усыплять. Потому что шанс крайне маленький, даже несмотря на разницу в лидерстве там. Так, ну и остался один стек лучников. Угомонись уже. Так, все. Ну, в принципе, не то чтобы страшные потери, но неприятные. Давай облако яда. Так, сохраняемся, и я сейчас перезайду. Не работает. Ну конечно, надо же было сначала выйти из игры, прежде чем загружаться. Так, тут у нас есть обелиск еще один. Посещаем. Так вот я сундучок-то не забрал. Что в сундучке 1500. А руна дает мне какие-то возможности трофеи. Давайте-ка я трофеи возьму. Потому что у меня будут проблемы с этими средствами всеми. Пусть будут трофеи. Тем более, что там бонус в процентах. Как бы на ранних уровнях не критично не брать. А вот на более поздних уже, в принципе, надо бы. Сундук раскопал. Неплохо. Кстати, а кого тут можно? Да иди ты нафиг со своей лодкой. А, кстати. А ты испугался, небось, что я сбегу с твоим золотом? С шершнем пообщался, золото ему отдал. Он просил меня сделать еще одну вещь. И что же это? Он спросил узнать, сколько весит твоя жена сейчас. Рязанка, неси пить. Тьфу ты, иди сюда. Рука у меня точная. Вес товара любого в раз узнаю. Так, поднимем. Ах, ну ничего себе. Раздобрела моя хорошая. Женщина у меня что надо. Все 108 килограммов. Ха, даже двери пришлось в ее каюту расширить. Как на судно взойдет, так она уж проседает. А что такое-то? Я искренне рад за тебя, но шершень просил передать, что раз ты... Я решил сейчас расплатиться, то и платить нужно по нынешнему весу. А иначе придется отдать рязанку отцу. Голому шершню. Вот устрица волосатая. Так я и знал, что этот старый пройдоха что-нибудь да выдумает. Слушай, давай договоримся.
Меняю старую семейную реликвию зачарованного веселого Роджера на свой долг. Я расплачиваюсь со шершнем, а я тебе флаг этот подарю. Шестьдесят килограмм золота, это 60 тысяч. Капец. Не, ну слушайте, ну... Надо сохраниться, во-первых. Я не знаю, к чему это все приведет. Давай флаг, что мне это даст. Флаг я получу позже, я так понял. Ну. А взятых на себя обязательствах рассказать. Ну, поплыли. Если я вспомню вообще, где живет. Так, нет, на пирата не надо нападать. Ну, плыви! Места в море мало. По-моему, братство пиратов, если мне память не изменяет. Вроде как я там это все дело брал. Кстати. Доберем войска немножко. Ну, в принципе, если я буду сохранять войска, стараться, то я думаю, в минус сильно не уйду. Так, нет, иди нафиг. Привет, ну как, сходил к Моррисонам? Да, сходил, Моррисон взвесил свою женушку, весит она теперь ровно 108 килограммов. Ну и где мои деньги? Это получается, что негодяй Моррисон мне еще 60 килограммов должен. Понимаешь, я взял его долг на себя, так что с меня спрашивай. 60 тысяч золотых. Значит, его должок... Ну, у меня нет столько, у меня 73, блин, я отдам, мне будет не на что войско нанимать, это бред. Слиток в 60 килограммов, это ровно 60 тысяч золотых монет. Или можешь задание выполнить. Давай выкладывай, что там. Каждый капитан хочет, чтобы его корабль был лучшим, и каждый свои секреты держит в тайне. Так вот, я знаю один секрет, как сделать так, чтобы паруса лучше держали ветер, чтобы снасти не рвались. Наткнулся я как-то в своих странствиях на растение, из которого у меня получились веревки крепкие. Я выкопал то растение и посадил в тайном гроте. Хочу попросить тебя принести мне 5 кустов. И тогда можешь считать свой долг оплаченным. 5 кустов, но долг есть долг. Расскажи только, где искать-то твою пещеру. Значит, я высадил я их на необитаемом острове на восточных островах. Там пещера есть тайная. На островке там стоит большой крест. Рядом с ним неприметный черепок. Вот на него-то и надо нажать, и тогда попадешь в мое тайное убежище. Соберешь 5 кусков травы, я тебе долг прощу. И еще заплачу за это. Неплохо. Ну, в принципе, дополнительное задание, плюс тот еще мне флаг отдаст. Дурачок. Так, я бы на самом деле донанял войска, потому что у меня мечников... Треть отсутствует практически. Ну, четверть, да. По факту. Немного слабее. Можно еще этих прихлопнуть, пока я тут. Блин, сундук у них. Ой, надо было в рыбок. Ну ладно. Я захотел лучников устранить, поэтому так поступил. Это было в рыбку. Держи. Ну, по крайней мере, от лучников почти ничего не осталось, хотя они будут все равно вредить, конечно же. Давай-ка вот так сделаем, чтобы они не ломанулись никуда. Блин, ускорялка это раздражает каждый раз, а? Ты хочешь подстреливать врага, но у тебя ничего не выйдет, потому что этот враг тебе семимильными шагами просто бежит. Не те еще, блин. Сундук не тронул, кстати. Интересно.
11-26. Надо кислотой бить. Смотри, подходит и подходит. Ах ты, скотина наглая. Подожди, сейчас я наберу. 1100. Хорошо зашло. Ждет. Блин, 16 мечников, а? Десятку я воскрешу, а толку с этого. Так, очень хорошо сейчас стоят. Я не могу этим не воспользоваться. Смотрите, просто троих. Держи. Ха, это я понимаю. Им еще на атаки не отвечают. Вот что мне нравится. Так, в рыбок, ладно. Ой, дебил. Блин, еще и встал так. Во. Ну, без лучников, ладно. Усыпи, засранец. А тут продолжаем терроризировать. Но лучников я вроде тоже должен покупать. С проблем. Ладно, заберем тогда сундук. Блин, зачем же ты кританул? Ну ладно. В принципе, я успеваю. Так вот сделать. 1800. Наконец-то нормальное золото. Теперь стреляю в него. И здесь кританул. 1200, нормально. 300 золота. Последний герой, свиток. Можно еще свитки попродавать. Но я, наверное, пока что не буду этого делать. Пусть будет капитал. Немного слабее. Иди-ка сюда, скотина. Пусть мы и тобой сразу займемся. Блин, как же больно, а. Флаг заберем. Так, давай-ка, перегороди дорогу гвардейцам. Хорошо так кританул. И прямой закидываем. Зараза, блин. Инквизиторы-то убавляются у меня постепенно. Так, три клетки выходите. Ну, блин, меня больше пираты волнуют. Многовато их. Стоим здесь, не доходит, по идее. Сейчас опять больный болючий выстрел будет. Хотя 79 не страшно. Могу ли я этих усыпить? В теории только. Только в теории. Давай в пушкарей, блин. Прям в пушку им закинем банку. Они просто перезарядятся скоро, и будет опять больно. А мне столько пушкарей нельзя взять. Прям можно было ими играть. Их мало, блин. Это только у гномов они будут в нормальном количестве. Но когда мы к гномам попадем, это еще неизвестно. Игра-то длинная. Давай стрелы дракона. Нет времени тут возиться. Первым добьем. Меня смущают и ходят первые. Слишком много. 8-10. Блин, какие же они прочные. Надо бить. Ну почему ты критуешь, я понять не могу. Ну кто тебе дал право критовать, а? Скотина. Как же вы бесите меня.
своими критами постоянными на шару. Сундуки еще надо забрать. Блин, как-то это сделать. Если получится усыпить. Так, пираты усыпляются. Это хорошая новость. Очень хорошая. Возможно, она и поспособствует добыче. Да вы помрете уже там, нет? Блин, сейчас ударит глазиков. Убил одного. Так, 8-10. Надо бить. Я что-то тупанул. Надо было в них стрелять. Они же сейчас закрывают стрельбу мне. Да. Придется ускорение использовать. Деваться некуда. Да ладно, ты не усыпил. Боже, ну почему? Что за невезение такое? Ну, будет бить, получается. Я сам подставился. Ладно. До свидания. Блин, ну тут как бы он умирает. Я могу как-то их угомонить. У меня есть, но слепоты у меня нету, конечно же. Мишень, чума. Ладно. Использую, можно сказать, последний свиток барана. Вообще, это как бы очень дорогой свиток довольно. Ради сундуков. Ну куда ты бежишь? Ну иди отсюда, я тебя, блин, наоборот... Да ну его. Ладно, он умирает уже. Без разницы. О, не пережили. 12 инквизиторов. Много. Много я потерял, конечно. Ладно, инквизиторов почти половина стека уже я потерял. Значит, скоро будем с ними прощаться. Что здесь я не видел нигде, чтобы их можно было покупать. Так, лучники. Короче, надо возвращаться за мечниками. Прям на Дарион. Очень много времени занимает вот эта вот вся беготня. Ну что поделать. Вот сейчас уже треть мечников отсутствует. Блин, гвардейцев хочу. Вот гвардейцы красавчики эти, блин. Ну, 3600 всего. То есть они дешевые. В принципе, не очень неплохи в этом плане. Надо такие вот дешевые войска покупать. Эффективные. Какой-нибудь второй, третий уровень. Четвертые дорогие. Пятый вообще молчу, там целое состояние стоит. Так, все, плывем дальше. Уйди-ка. Значит, тайная пещера на островах Свободы Восточных. Да, в которой мне нужно собрать траву, и тогда меня
помилуют, скажем так. Ну, простят долг. Тут у нас змеи немного сильнее. Что они охраняют? А ничего. Совершенно ничего. Они, по-моему, что-то охраняли, но я вроде как уже забрал это просто хитростью. Так, скелет герой есть очень сильный. Этот у нас просто сильный. Блин, у него архимаги есть. Они очень неприятные. Ладно. Подождите-ка, задание капитана я выполнил? Что-то я не припомню. А, он же мертв, точно. Это уже не важно. Это уже не важно. Опа! Это же тот самый остров. Прикольное убежище. Блин, немного сильнее меня смущает. Это единственная охрана здесь. Наверное, оно того стоит. Я там еще руны просто получу. А, ну в принципе, тут большая ставка на рыбок, я смотрю, ну. Да? 500, неплохо. И еще на 500. Это больнее, чем если бы я просто ударил. Мишень можно, кстати... Что она дает? Выбранный отряд становится весьма заманчивой мишенью для врага. Существа первого и второго уровня будут его атаковать в первую очередь. Ага. Ага. Первого-третьего уровня. Ну, можно попробовать улучшить мишень и дать... Или нет, лучше стрелы дракона. Лучше стрелы дракона. Использовать, мне кажется. Сейчас. А, они и так в них стреляют. 700. Ну, ах ты скотина. Ну в них-то не надо, блин. Они уже не для вас. Надо железно убивать. Так, и адским косяком еще сейчас. Мне нужны нормальные способности. Для этого мне нужна Лина и этот жнец. А не вот эти вот слимы всякие и прочие, ребят. Интересные. Так, у тебя скорость 3. Какого черта, непонятно. Или у них базовая такая скорость. Тут придется чисто в них бить. Без вариантов. Иначе они мне тут все уничтожат, съедят просто. Вообще не вовремя. Давай огненную закидывай хотя бы сюда, не знаю. Это слабо. У инквизиторов, пожалуйста. Ну какие 700, тварь, блин, еще и усыпила. Хотя, может быть, это к лучшему, потому что они не будут глупости делать. Хотя так они не стреляют. Они бы стреляли хотя бы. Блин. Как бы вас обоих... обоих не получится. Или-или. Что?
что ты делаешь, дебилоид? Ну кто тебе вообще разрешал это делать? Ой, боже. Это все этот страх от волков. Же не бесит. Давай, ладно. Не знаю, может быть сейчас уже стоит бить злобоглазов, потому что они очень больно делают. Рыбки-то склеятся. Эти еще добежали. Ну, инквизиторы, то ладно. Давай. Вот это неплохо. Давай-ка, алхимика, а то они у нас на вес золота, алхимики. Единственный источник, где они были, я их всех скупил. Да хватит уже, блин. Я их только нанял. Так, инквизиторов. Не страшно. Ну, с инквизиторами можно попрощаться после этого боя. Фактически. Я их на убой погоню. Да не трогай ты алхимиков, тварь, блин. А, горит. Мне горит, блин, с искусственного интеллекта нагло. Который позволяет себе такие вещи делать. Давай, усыпи еще. А ну, конечно. Ну, вроде как там больше нет противников, поэтому я потрачу последнее на вот этих тварей. Ну, давай, ну потом будешь выделываться, ну потом будешь нюхать и прочее. Кусай их просто. Все. Свидание. 37, 16, 20, блин. Но это немного сильнее противника. Теперь смотрим, соразмерны ли здесь сокровища. Кстати, я это задание вообще не помню. Вполне возможно, что я его не делал. Так, это мы собрали. Еще здесь где-то последний. 4 заклинания Берсерк. Журнал заданий обновлен. Давайте, наверное, под конец серии мы сходим, сдадим. Ну вот, можно будет заканчивать на этом, я думаю. Корабль викингов. А может быть кого-то... Хотя нет, это не нужно. Все, возвращаемся тогда... Отдаем траву. Ну и, короче, еще эти получаем. Руны. Магии, по-моему. А в следующей серии, возможно, уже 11 уровень получим. Там, кстати, надо будет еще арену сделать. В Дарионе. Там у нас есть же на арене противник 10 уровня. Как раз. Конкурент, который, по идее, идеально подходит. Что-то я много тавтологии говорю, да? По идее идеальный. Ладно. Скоро, возможно, мне еще надо будет распродать свитки. Пиратский флаг, плюс 3 атаки. А, так вот что мне дали. Блин, ну... Ну это фигня какая-то, если честно. Давайте торговлю возьмем еще. Тоже будет полезно. Как раз артефакты продавать, вот такие вот ненужные, да и свитки. Так, 3700 пойдет.
По-моему, что-то еще я здесь мог продать. Гнома, плюс один морали гнома. За место чего ставится? О, нет, 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 нет. Однозначно продаем. Ладно, плывем. Я на самом деле не очень короткий путь выбрал. Немного слабее. Надо будет тоже этих рыбок не забыть шлепнуть. Вот бы там в одном стеке они были бы. Ух. Я бы над ними поглумился. Может быть, еще надо будет на этот остров сойти разочек. Смотреть, что мне там предлагают за товары. Если и предлагают. А, нет, я же, по-моему, смотрел. Как раз таки того одного из трех братов, которому я отдал повязку или что-то вроде того. У него, по-моему, не очень товары. Так, ладно. Неужели ты нашел мою пещеру? Принес траву. И пещеру нашел, и траву твою странную собрал. Держи. 1000 голубоглазых импов. Теперь моя черная каракатица снова полетит быстрее ветра, и никто за мной не угонится. Спасибо тебе, мы в расчете. О, замечательно. Так, ну и осталось то задание сдать. Или я уже автоматически его сделал? Получается, сделал. А, ну да, я же просто долг его на себя забрал и все. Ладно, тогда давайте в таком случае мы на этом остановимся. Продолжим тогда в следующей серии. Вот. Всем спасибо за просмотр. И до встречи.